Здравствуйте, друзья! В этом обзоре поговорим про еще один вариант настенного выключателя, который позволит интегрировать в систему умного дома управление освещением. Героем обзора будет продукт от известного бренда Moez. В описании я оставлю несколько ссылок на свои видео, посвященные другим гаджетам этого производителя. Конкретно этот выключатель выделяется среди прочих сразу несколькими особенностями, такими как бесшумность работы, возможность монтажа как в круглый, так и в квадратный подрозетник, неприхотливость к нулевой линии, разъем для нее есть, но работать устройство будет и без нее. Кроме этого, есть еще пара интересных и полезных настроек, про которые я расскажу. А пока проверьте, не забыли ли вы подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, тогда его сможет найти больше людей. Производитель Moez, модель ZTS-EUB. Тип устройства – настенный выключатель на две линии, интерфейс Zigbee 3.0. Рабочее напряжение от 100 до 240 вольт, возможность работы с нулем и без. Максимальная нагрузка при 220 вольтах – 600 ватт, при использовании LED-светильников до 120 ватт. Минимальная нагрузка при использовании без нулевой линии – 3 ватта. Рабочая температура от минус 10 до 40 градусов Цельсия. Размеры: внешние 86 на 86 мм, внутренние 51 на 49 мм. Поставляется устройство в картонной коробке с логотипом производителя и схематическим изображением выключателя на три клавиши. В этой линейке есть три варианта: на одну, две, про него я буду рассказывать, и три линии. На задней части коробки указаны параметры, про которые я уже рассказал, под ними отметки, которые указывают версию. В моем случае две линии белый. Упаковка хорошая, под картон положили дополнительную противоударную защиту для клавиш выключателя. Приехало все в полной целости и сохранности. Комплект стандартный, собственно сам выключатель, инструкция, которая разворачивается в довольно большой лист, и пара крепежных винтов. Инструкция напечатана на двух языках, английском и немецком. Не могу сказать, чтобы я обнаружил в ней что-то такое, чего бы не знал раньше, все стандартно. На мой взгляд, у героя обзора наиболее оптимальный вариант клавиш, которые занимают полностью всю фронтальную поверхность, без ненужных декоративных рамок. Все максимально удобно. В нижней части клавиш находятся светодиоды подсветки. Сразу хочу уточнить, что их работа настраивается. Задняя сторона адаптирована под установку в круглый подрозетник. Провода подключаются к винтовым контактам. Справа налево входящая фаза, за ней идут исходящие для нагрузок. В этой модели используются разъемы 1 и 3. Немного в сторону повернут контакт для нулевой линии, она, напомню, не обязательна. Крышка с клавишами крепится на защелке, тут тоже все стандартно. На нижнем торце выключателя находятся пазы, при помощи которых эта крышка снимается. Как я и сказал, эта линейка включает в себя устройство на 1, 2 и 3 линии. Очевидно, для одноклавишных используется центральная кнопка, для двухклавишных крайняя и для трех все. Круглый подрозетник входит без проблем, более того, даже совпадают крепежные разъемы, так что никаких проблем с установкой не будет. Квадратный подрозетник тоже подойдет, никаких доработок делать не нужно. Стоит иметь в виду, что наружный размер устройства 86 на 86 мм, это больше, чем стандартные европейские выключатели. Это нужно учитывать при необходимости их установки в ряд. Пора приступить к подключению и тестам. Сначала я подключу нулевую линию, потом ее уберу, чтобы увидеть, есть ли разница. Правда, одно отличие можно назвать сразу. С нулевой линией для питания выключателя не нужна нагрузка. Без нее она обязательна, кроме этого ее мощность не должна быть менее 3 Вт в активном состоянии. В качестве нагрузки я подключил две лампочки накаливания и энергосберегающую. Ноль у них общий и подключен к сети. Туда же подключен и ноль, который идет на выключатель. Фаза сети идет на контакт L, а с контактов L1 и L3, L2 тут пустой, она подается на нагрузку. По умолчанию светодиоды на клавишах светятся, когда линия не замкнута. Это логично и удобно, чтобы видеть выключатель в темноте. Для перевода в режим сопряжения нужно зажать любую клавишу на 5 секунд, пока диоды не начнут мерцать. Перейдем к логической части. Так как это устройство работает по Zigbee, для взаимодействия с ним нужен совместимый Stuya Smart Zigbee шлюз. У меня это Ethernet версия от Moez, ссылку на обзор я оставлю в описании. В плагине шлюза нужно запустить режим добавления дочерних устройств. Зажимаем кнопку на выключателе, пока не начнет мерцать светодиод, и подтверждаем это кнопкой в плагине шлюза. Далее ждем, пока выключатель не появится на экране обнаружения. Никаких проблем с подключением у меня не возникло, все завершилось корректно и выключатель появился в общем списке устройств системы и в списке устройств шлюза.
Плагин устройства вполне стандартный, такие мне уже неоднократно встречались. На главном экране изображены виртуальные клавиши, которыми можно управлять по нажатию. В нижней части, справа и слева, находятся кнопки, которые включают и выключают сразу все каналы устройства. Кроме этого, там есть возможность настроить таймер, причем первый канал перевели как выключатель, а второй как переключатель 2. Для каждой из линий можно задать однократно или периодическое действие в заданное время и день недели. В меню настроек, третья по счету кнопка снизу, можно выбрать состояние выключателя после сбоя питания. Все каналы выключены, все включены или помнить статус перед сбоем. А также режим работы светодиодов подсветки. Всегда выключены, показывать включенный канал или установленный по умолчанию, подсветка выключенной клавиши. Меню общих настроек стандартное. Тут указан длинный перечень совместимых систем, таких как Google Home и Amazon Alexa. Есть меню мультиконтроля и групп для объединений с другими выключателями и обновления прошивки. Перейдем к автоматизациям в Tuya Smart. Устройство может работать как триггер, то есть событие, которое инициирует срабатывание автоматизации. В качестве такого события можно использовать включение или выключение любого из каналов выключателя. И на эти триггеры вполне себе можно придумать задачи для автоматизации, например, параллельно включать или выключать какие-то другие устройства, ставить режимы и так далее. А вот для смены памяти состояния и поведения светодиодов подсветки у меня особенной идеи нет. Для раздела действий все примерно то же, только тут уже не отслеживаются события, а отправляется управляющая команда. Для каждого канала выключателя, кроме включения и выключения, есть еще команда переключения состояния на противоположное. Это нужно, чтобы по одному событию, например, нажатию на клавишу беспроводного выключателя, управлять и включением, и выключением света. Настройка в Google Home заключается в разовом подключении аккаунта Tuya Smart через меню «Устройство, совместимое с сервисами». Далее все, что совместимо с системой, будет автоматически появляться в списке устройств. Для этого выключателя появилось сразу три объекта. Первый – это общий выключатель, который управляет сразу всеми каналами и для каждого по отдельности. Управление распространяется в том числе и на голосового ассистента. Самые громкие звуки тут возникают при физическом нажатии на клавиши выключателя. При внешнем управлении все совершенно бесшумно. Пришла пора отключить нулевую линию и посмотреть, на что это влияет. Одно отличие я заметил. По отдельности обе лампочки горят нормально. А вот вместе лампа накаливания начинает сильно мерцать. Если выключить вторую, мерцание сразу пропадает. Установка в параллель лампе антибликового конденсатора уменьшает, но не убирает полностью мерцание. На двух LED-лампах то же самое. При включении обеих та, что на L3, начинает мерцать. Тут еще одна деталь обнаружилась. Если включена только L3, выключенная лампа на L1 начинает вспыхивать. Проверил и на двух энергосберегающих. На записи из-за яркости не особенно видно, но вживую, несмотря на конденсатор, лампа на L3 тоже заметно мерцает. Ситуацию исправляет только подключение нулевой линии. Без нее, к сожалению, пользоваться выключателем проблематично. Светодиоды по умолчанию подсвечивают выключенные клавиши. В режиме переключатель наоборот включенные. И в режиме выключено светодиоды всегда отключены. Память состояния. Режим всегда выключен. В нем при подаче питания, вне зависимости от состояния каналов перед сбоем питания, все будет выключено. Соответственно, в режиме всегда включено с точностью до наоборот. Все включится. И третий режим – вернуть все как было. Все.
все работает, все корректно. Пришло время Home Assistant. Я расскажу про несколько вариантов добавления героя обзора и начну с штатного способа интеграции Tuya Smart. Принцип похож как Google Home, достаточно раз добавить данные аккаунта и дальше все будет добавляться автоматически. Хотя часто такой тип интеграции не позволяет использовать в Home Assistant всю функциональность устройства, в этом набор полный. Оба канала управления, кстати, скорость реакции практически моментальная. Есть меню выбора поведения светодиодами, какие клавиши подсвечивать или быть всегда выключенными. И как себя вести после сбоя питания. Причем перевод тут сделан более качественно и адекватно, чем в родном приложении. Плюс такой интеграции в том, что устройства параллельно работают и в Tuya Smart, и в Home Assistant. Минус – зависимость от интернета и облаков. Попробуем локальные интеграции и начнем с официальной ZigBee Home Automation – ZHA. Запускаем режим добавления устройств и, зажав клавишу, переводим выключатель в режим сопряжения. Устройство определилось и добавилось нормально, поддержка в ZHA реализована. В данном случае функциональность минимальная, только управление линиями питания, нет настроек поведения светодиодов и памяти состояния. В скрытых сенсорах этих настроек тоже не нашлось, тут параметры качества сигнала. С включением и выключением проблем никаких нет, устройство реагирует моментально, зависимости от интернет нет. Каналы управления определились как светильники, в сущности домена Light. С одной стороны это правильно, так как устройство предназначено для освещения. В поле ZigBee Info можно увидеть расширенную информацию о выключателе, в частности то, что он является конечным устройством и не передает через себя данные от других узлов сети. Следующая интеграция, точнее это аддон, самостоятельная система ZigBee to MQTT. Она работает как отдельный, не зависящий от Home Assistant контейнер и взаимодействует с ним через Mosquito Broker и интеграцию MQTT. Тут также реализована поддержка устройства без необходимости установки внешних конвертеров. Актуальная версия ZigBee to MQTT на момент проведения теста 1.27.2. Единственный момент – картинка тут от сенсорного выключателя. Очевидно, такой вариант тоже имеется. Обратите внимание, что тут в строке «Производитель» указан именно MOES, хотя обычно для таких устройств написано TUYA. Страница экспозиции. В отличие от ZHA, тут реализован весь функционал устройства, включая настройки памяти состояния и поведения светодиодов. Причем для светодиодов добавлена дополнительная четвертая опция FREEZE. При ее активации диоды горят постоянно в любом положении. Все эти параметры пробрасываются через интеграцию MQTT, которая взаимодействует с сервером Mosquito Broker, в Home Assistant. ZigBee to MQTT, как и Mosquito Broker, могут быть установлены даже на другом сервере, тут привязки нет, в чем одно из достоинств системы. Настройки тут реализованы в виде удобных выпадающих меню, в которых перечислены все доступные опции. Их, наряду с выключателями линий, тоже можно задействовать в автоматизациях, если это нужно. Скажем, выключать на ночь светодиоды подсветки. Хотя, с другой стороны, они и нужны для того, чтобы легко ночью найти выключатель. Три скрытых сенсора. Один дублирует статус меню памяти состояния. Два других – это время последнего сообщения от устройства и уровень качества связи. И последний в этом обзоре способ работы с выключателями с помощью SLS-шлюза. На момент обзора в официальной прошивке поддержки еще нет, но в бета-версии она уже добавлена и будет присутствовать во всех выпускаемых прошивках не старше 6 сентября 2022 года. Поддержка полноценная, включая даже корректную картинку устройства. Спасибо автору прошивок Григорию за оперативное добавление попавших ко мне на обзор устройств. Под выключатель создан отдельный конвертер, его номер 223. На всякий случай скажу, что он является конечным устройством вне зависимости от того, подключена к нему нулевая линия или нет. Страница состояний аналогичная ZigBee to MQTT, включая настройки поведения светодиодов и памяти состояния. Статусы нужно вводить вручную, например, этот отвечает за подсветку включенных клавиш. Они точно такие же, как я показывал в разделе о ZigBee to MQTT, работают корректно. В этом статусе светодиоды всегда выключены, вне зависимости от того, активны каналы или нет. А вот так выглядит проброс Home Assistant. Два свеча под каждый канал управления и сенсоры, отображающие статус поведения светодиодов и памяти состояния. Подведем итоги. Устройство получилось неоднозначным, есть и достоинства, и недостатки. Начнем с достоинств. Универсальность установки, как в круглый, так и в квадратный подрозетник. Бесшумная работа, очевидно, тут применены в качестве коммутирующих элементов симисторы вместо электромагнитных реле. Возможность настройки поведения светодиодов и памяти состояния. Недостатки.
В режиме работы без нулевой линии, который должен был бы быть достоинством гаджета, наблюдается мерцание ламп на втором канале L3. Причем это относится и к лампам накаливания, и энергосберегающим светодиодным. Полноценная работа возможна только с нулем. И помним про особенность таких выключателей, это внешний размер 86 на 86 мм. Хоть он помещается в круглый подрозетник, но установить их несколько в ряд, если специально не сделаны большие интервалы между подрозетниками, не получится. На этом все, надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Большое спасибо всем спонсорам канала, подписчикам на Patreon и Buy Me Coffee. Вы делаете большой вклад в развитие моего канала. В описании под видео вы найдете все необходимые ссылки на устройства, показанные в обзоре, текстовые материалы, а также на ресурсы по тематике умного дома, в частности, мой телеграм-канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч, всем мира!